Где дыра образовалась? Ну как где? Ну там внутри. Я целовалась. Ну что я мог сделать? Ну спал, ел. Всем привет. Меня зовут Настя. А меня Виталик. И сейчас мы будем играть в игру «Правда или действие». Да. Давай, крути барабан. Блин, это действие, ёпперс. Нет, это вопрос. Влюблялся ли ты в учителя или учительницу? Да, все. Нет, давай подробности, что это время признания. Боже мой, ну на самом деле я вообще тяжеловато влюбляюсь, если честно. И симпатия, да, была в институте, в педагога постфактического движения. Опа. Но любовь нет, но... На моей лекции, студентка Грин, трусики вам совершенно не понадобятся. Блин, что-то я хреново кручу. Скажи партнеру три черты, за которые ты его любишь. А если он меня не любит? А, или про меня? Это вообще про меня? Партнеру, в смысле меня? Ну да. Может, ты меня вообще не любишь? Вот, сейчас и проверим. Три черты, за которые я тебя люблю. В последнее время Анастасия стала легкой на подъем. Для меня это, как для компаньона, очень важно. Это раз. Два черты, которые я в тебе люблю. Ну, у тебя приятная внешность. Два. Третье, за что я тебя люблю. Ты уже три раза сказала, я тебя люблю, подожди. Третье. Ну, у тебя хорошее чувство юмора и всегда такой веселый вайб. Я тебя люблю. Опа, это. Действие? Да. Покажи свое экранное время. Да это исторический человек. А чего вы вообще? Ребят, у меня 8-й айфон. Чего вы от меня хотите вообще? Мне ничего не показывает. Ноль минут. Она не сидит в телефоне. Нет, у меня было выключено экранное время. Но на самом деле я много сижу в телефоне, но стараюсь это контролировать. Так, опять вопрос. Самая дорогая покупка в твоей жизни? Ну, не знаю, ремонт в квартире. Это покупка же, да? Ты сделал ремонт? Ну, да. Ну, полторашка. 1,5 миллиона? Да. Нифига себе. Много или мало? Нормально. Ну, вот. Ничего себе у вас стипендии в Бауманке. Надо сейчас нормально крутануть. Давай, давай, чтобы она улетела к нам. О, да-да-да. Расскажи, о боже. Бесила в бывшем. Расскажи про черту, которая больше всего бесила в бывшем. В каком? Ну мы же правду говорим, да? Это что такая игра? Меня бесила в нем закрытость. Вот. Когда человек ничего не говорит, что происходит у него в голове. Вот, все. Так. Худшее, что ты делал на работе? Ест все время на трудных подростках. Мы его ищем в буфете все время. В каком буфете? В моем вагончике? Не знаю. Я все, что я делаю, замечательно. О, боже мой, конечно. Ну, что я мог сделать? Ну, спал, ел. Общался, болтал во время сцены, когда нужно было молчать. Смеялся во время дубля. Забывал текст и так далее, и так далее. В общем, максимально все безобидно и неинтересно. А что ты худшего делал? Расскажи мне. Худшее я делала... А про другие проекты можно говорить? Нужно. Я целовалась с актером, который мне жутко не нравился. Это было ужасно. Тут у нас удачно крутится. Съешь 3 дольки лимона. О, божечки. А хорошо, вот для кого готовят. Давайте. Хорошо, я как раз приболел, мне полезен витамин С. Да, он пришел. А что такие большие? Вы хотите, чтобы у меня этот, там гипервитаминоз случился? Гипервитаминоз. О май гад. Он, кстати, реально болеет. И пришел и дышал у меня везде.
Тебе полезно будет. И, кстати, мне тоже надо... Нет, я не буду. Я зачем это сказала? Ты тоже ела шаверму и дышала на нее. Шавуху. Такое. Кисленько. Спасибо. Хорошо. Я пиццу вам заказал. Специально, чтобы вы никуда не дергались. Кумал, ну, мы их вот так вот и просто будем по очереди вытаскивать, да? По очереди? Да, чтобы... Ты первый. Давай. Оба. Попроси партнера накрасить тебе губы закрытыми глазами. Бля... У меня чистые руки. Угу. Так, ну ничего. Ну, извини, ты будешь иначе некрасивый вообще. Что ты делаешь с губами? Верни обратно свои эти... Шлёпнула. Открыл глаза. Не. Все? Ну, кошмар. Чем она занимается? Какой ужас. Да, все. Все? Ну, как тебе? Ты как будто поцеловался с женщиной. У которой такая помада? Да. Ну, выглядит так реально, кстати. Давай, да, как будто Лара. Это просто поцеловался. Позвони в сервисный центр и вызови мастера по дому, чтобы унять душевную боль. Что? Сервисный центр, оператор Наталья, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. У меня вот случилась неприятная ситуация. У меня такая вот дыра образовалась. Такая... Блин, я не знаю, как объяснить. Где дыра образовалась? Как где? Ну, там внутри. Ну, холодильник это или стена, или что это? Ну, если честно, то в моей душе. Отлично. У нас по ремонту бытовой техники. А, подождите, а это не психологическая помощь? Нет, девушка, это не психологическая помощь. Ужас, простите, я... Ничего страшного. Извините, все пожалуйста. Хорошо. Ну хорошо, бывает и такое. Извините, пожалуйста, до свидания. Я ей помогу. Назовем «Дыра соблазна». Смотрите новый сезон «Трудных подростков». Только на Море ТВ. Мяу.